Дагестан получил 42 автомобиля УАЗ-Патриот. Закуплены они для нужд медработников и будут развозить участковых врачей к пациентам по месту жительства. Дополнительный транспорт позволит увеличить количество отработанных обращений. Кроме того, машину планируется использовать для доставки лекарств коронавирусным больным, которые лечатся амбулаторно. Помимо этого, в регион поступили 6 новых цифровых флюорографов на колесах и 1 мобильная врачебная амбулатория.